Здравствуйте, ребятки! Сегодня с вами изготовим на нашем оригами вот такой стаканчик. Тем более скоро у нас наступит жаркая пора, лето. Если вы куда-то пойдете, можно изготовить такой стаканчик и попить водичку. Для этого нам всего лишь понадобится квадрат размером примерно 20 на 20. Складываем наш квадратик пополам, уголочек уголочку, чтобы получилась у вас косыночка. Переворачиваем его, чтобы линия сгиба смотрела на вас. Берем левый уголочек и тянем его к противоположной стороне. Теперь берем правый уголочек и то же самое тянем его к противоположной стороне, чтобы он накрыл первую сторону. Самое главное, заглаживайте линии сгиба. Посмотрите, когда мы сделали второй уголочек, притянули, у нас получился здесь карманчик. А у стаканчика получилось вверху два уголочка. Берем первый уголочек и закладываем его в первый карманчик. Посмотрите. Раз. Пригладили. А второй уголочек прячем вовнутрь стаканчика, который получился. Пригладили. Посмотрите, вот у нас какой получился. Получился стаканчик. Посмотрите, в этот стаканчик даже можно налить водичку. Вот. И напиться, если у вас не будет где-то под рукой стаканчика. Но помните, что водичку в бумаге долго держать нельзя, так как бумага от воды размокнет. Вот такой у нас получился красивый стаканчик.